Операция «Овсянка» – так министры Британии назвали опубликованный ими наихудший из возможных сценариев Брексита. В соответствии с этим документом, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения, а это наиболее вероятное развитие событий, то ее ждет нехватка топлива, продуктов питания и медикаментов. Кроме того, Брексит чреват кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение. Напомним, Борис Джонсон планирует вывести Британию из ЕС до 31 октября, даже если соглашение с Брюсселем достичь не удастся.